Всем привет! С вами Свиженцев Роман, и вы смотрите TrueGym MMA. Вот и закончились последние церемонии перед боем Федора Емельяненко и Райана Бейдера. А значит, уже совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем Гран-при и новым чемпионом Беллатор в тяжелом весе. А пока предлагаю вам посмотреть битву взглядов в моей озвучке. World Championship. Итак, представляю вам первого бойца. Вот и он, неоспоримый чемпион Беллатор в полутяжелом весе, желающий завладеть сразу двумя поясами, из Гилберта, Аризона. Приветствуем, Райан Дарт Бейдер! На его счету 26 побед в профессиональной карьере, 11 нокаутов и 3 сабмишена. И официальный вес 103,5 килограмма. 103,5 килограмма от Райана Бейдера. И теперь его противник. Финалист мирового гран-при Беллатор. А также икона и легенда ММА. Поприветствуем из старого оскола в России. Последний император Федор Емельяненко. Тридцать восемь побед в профессиональной карьере, 29 остановкой, 14 нокаутом, 15 побед с сабмишеном и официальный вес. Итак, официальный вес последнего императора – 107 килограмм. 107 килограмм. Год на подготовку, и завтра этот бой состоится. И я хочу вам напомнить, что победитель этого боя будет обладать поясами чемпиона мира в тяжелом весе и чемпиона Гран-при Беллатор. Большое спасибо за то, что были с нами. Увидимся завтрашней ночью.